Инструктора РОС принимают наиболее активное участие в подготовке добровольцев. Наша задача – подготовить этих ребят, дать им минимальные знания, наши наработки, показать наиболее совершенные техники добровольцев. Наша задача – подготовить этих ребят, дать им минимальные знания, наши наработки, показать наиболее совершенные технику и снаряжение, которое есть в российской армии, которую можно наиболее эффективно использовать. Глава республики под контролем лично держит, он реально авторитетный человек, он творит историю чеченского народа, историю России. Показывает, что чеченцы воины, готовы сражаться за страну. Что просто люди погибают, и непонятно за что. За то, что кто-то хочет свои амбиции воплотить. Там, зиговать ходить. Зачем? Не знаю. У меня дед с бабушкой воевали в Великую Отечественную войну. Били фашистов. Но мы справимся. Фашизм будет, по-видимому, однозначным. Я приехал сюда со Свердловской области. Все, жена отпустила с патриотизмом. Вся семья как бы меня поддерживает, любит и надеется. Ждет меня с победой, чтобы людям строить счастье. Чтобы не боялись говорить по-русски. Спасибо Республике Чеченской, то, что нас одели, обули, как говорится, и встретили очень хорошо. Меня именно сподвигло то, что сейчас и на Украине очень серьезный фашизм. Хочу сказать спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову. Он набирает добровольцев в Чеченской Республике. Можно приехать в город Грозный, прийти в мэрию, записаться добровольцем. И тут есть все условия. От нас нужна только сила духа приехать сюда, защищать родину. Ахмат, сила!